Уникальные снимки Юпитера передал на Землю космический зонд «Юнона», запущенный НАСА 5 лет назад. Фотографии были сделаны 27 августа, когда аппарат совершил первый виток вокруг самой крупной планеты Солнечной системы. Ученые смогли получить изображение Юпитера с новых ракурсов, а также его инфракрасные снимки, сделанные крупным планом. Полученные данные послужат изучению гравитационного и магнитного полей планеты и проверке гипотезы о том, что у Юпитера есть твердое ядро. Юноне предстоит сделать еще 35 витков вокруг планеты.